У нас 38 детей, которые нуждаются в подвозе. У нас был раньше пас на 22 места. Естественно, приходилось подвозить в две смены. Это для детей, ну, приходилось вставать нужно было раньше. Ну, а теперь у нас этот вопрос решится по-другому. Теперь дети будут приезжать в школу вовремя и в одним рейсом. Всем снабжен, современный. Я получаю уже третий автобус. Вот как директор школы могу сказать, это самый оборудованный, который мне доводилось видеть. Потому что приходилось дооборудовать, как правило, и поэтому нюансы были в финансовом плане. И сейчас, да, и мы хотим большое сказать спасибо, что такую вот нам возможность предоставили получить бесплатно такой комфортабельный автобус. Детишек мы будем возить 58 человек, то есть три рейса будет делать автобус. Два поселка обслуживать будем, Пятиморск и Ильевка. Хороший автобус такой, ну, не знаю как. Новый, да, назвал. Проблем много. Село же. Водителей очень трудно найти с теми параметрами, которые, с теми требованиями, которые им сейчас нужны. У меня три транспортных средства. Мы подвозим более 90 человек детей. Это ПАЗ, КВЗ, который вот 10 лет отработал, и ГАЗель, ГАЗ. То есть это, получается, уже будет четвертая? Четвертая машина, да. Полагаете, она будет самая лучшая из парка? Мы надеемся, потому что уже по техническим характеристикам экономичная по расходу топлива. Надеемся, будет теплая и ломаться будет поменьше.